Нашего прошлого эфира. Ну, собственно, ты снова в эфире, понимаешь? Да, да. А давайте сразу вот встретим победителя эфира. Победителя эфира. В прошлый раз не было слышно наш выход, но это ничего страшного. Камон. Это в очередной раз доказывает, что мы в прямом эфире. А, ну вот его встречает лично капитан. Не, пойдем. Привет. Ну как, что же мы заждались? Ну, сейчас будем писаться. Отлично, мы не будем мешать. Пойдемте, мы все покажем. Уже куча гостей сегодня вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вас как? Оля. А сразу, вот никогда к молодым людям первый не подходит. Оля. Оля. Вы чем здесь? Я в гости пришла. К кому? Кого? Ко всем. Коля. А вот здесь Коля. Оля, а вот Коля. Коля. Коля, а вы здесь что делать? Я буду играть сейчас. Сейчас будете играть? То есть вы первый участник? Рок? Нет, не первый, я не знаю какие, рок, да. Ну хотя бы в каком стиле, как это все называется? Ну, скорее всего, какой-то панк с элементами такими тяжелыми. Это не ваш саксофон? Чемоданчик. Саксофонист наш, саксофон тоже наш, но он где-то... Можем что-нибудь сыграть-то сейчас, импровизировать? Надо позвать его просто. Давайте его позовем. А вас как зовут? Вы тоже участник? Нет, меня зовут Денис. А вы что здесь? Я буду слушать, как будет играть Коля. О, отлично. А вы? Ну, мы... С моим коллегой, мистером Малым, являемся представителями хип-хоп-сцены Питера. Сегодня цель визита как бы тут ознакомительная. Если вы меня спросите, участник ли я, да, то так как это реалити-шоу, все мы в теме, все участники. Это МС Абро. Ой, очень приятно. Пойдемте, куча людей сегодня, очень приятно. Опять же, они все приходят. Можно напомнить даже правила. Если вы хотите стать участником телеинтернет-игры «Качай», напомню, для участников нужно 4 пункта выполнить. Первое. Прислать свой трек на поднебесная.ру. Второе. Зайти на ледокол.ком и зарегистрироваться. А третье. Нужно приехать за час до начала нашего отправления, которое указано на талоне. Если вы побывали на этом сайте, вы знаете, о чем я говорю. Отдать свой трек. И при входе четвертое. Да. Отдать, вот, четыре. Я не разучилась считать. Отдать свой трек. Ну, как бы капитану, я думаю, или кому? Ну, да, помощнику капитана отдать свой трек и, собственно говоря, подняться сюда и, да, на и нашем ледоколе вот... предоставить. И принять участие, да. Привет, как зовут тебя? Меня зовут Серега, это в Москве каждый знает, особенно девчонки любят и уважают. Боже мой, я вот это нормально, да. Это ты откуда, Серега? Да, я приехал. А, вот это не твой клип мы видели по MTV там или где-нибудь? Да, это мой клип был, вот я хочу сегодня выступить. Ты Серега? Я надеюсь, мне сегодня предоставят эту возможность. И своим творчеством я порадую всех вас. Хорошо, давай ты будешь вторым тогда выступаешь. Окей, договорились. Вторым. А ты, кстати, все сделал, те пункты, которые сейчас я озвучил, ты присылал трек.